Здравствуйте! У канала Инженер 9 июля появились новые достижения. Видео о смесителе Zorg набрало более 500 просмотров, а за последние 28 дней количество просмотренных минут превысило 1000. Надеюсь, видео канала и дальше будут приносить вам пользу, а достижения возрастать. В честь такого события новое видео про выключатель душа. Итак, сегодняшнее видео о переключателе душа. Переключатели душа бывают как встроенные, так и не встроенные. Вот здесь у меня стоит не встроенный переключатель душа. Я его заменял. Изначально там стоял переключатель другого типа. Вот такой вытяжной. Но со временем кнопка стала самопроизвольно возвращаться на место, поэтому пришлось установить очень простой выключатель золотникового типа. Ну что ж, разберем вот такой вот выключатель вытяжного типа. Для начала достанем все прокладки. Открутим саму ручку. Затем необходимо открутить вот эту вот втулку. Здесь подойдет шестигранник на 10. Так, шестигранника на 12 у меня нету, поэтому воспользуюсь разводным ключом. Корпус крана, еще одна втулка, толкатель и пружина с уплотнениями. Так, как можно видеть, с уплотнениями все хорошо. Рекомендуют для устранения проблемы с самопроизвольным отключением укоротить пружину. Ну что ж, попробуем это сделать. Так, для укорачивания пружины берем пассатижи и откусываем один виток. Итак, проводим сборку в обратной последовательности. Пружина на штоке уже одета. Вставляем в корпус. Затем вставляем штуцер. Смотрим, чтобы выступ штока попал в пазы. Закручиваем руки. Зажимаем. Так, устанавливаем ручку. Проверяем возврат ручки на место. Так, и устанавливаем штуцер сюда. И дожимаем. Надуем резинки обратно. Итак, выключатель вытяжного типа установлен снова на кран. Проводим испытания. Включаем воду. Включаем. И вода идет через душ. Выключаем воду. Видим, что ручка
не до конца утопилась. Включаем и наблюдаем, что вода течет как с крана, так и с душа. Необходимо всегда выключить. То есть из автоматического мы превратили выключатель в ручной. Интересно, что в интернете рекомендуют отрезать 2-3 витка. Я отрезал всего один. Вот такой эксперимент.